Всем привет! Рада, что вы заглянули ко мне в гости. Если вы любите простые и доступные рецепты, присоединяйтесь, будем готовить вместе. А сегодня мы вместе с вами приготовим кабачковую икру. А приготовим мы ее не совсем обычным способом – в рукаве для запекания. Все, что мне понадобится для приготовления, оставлю в описании под видео. Овощи у меня уже помыты, почищены, остается их нарезать произвольными кусочками. Добавляю сахар, соль, черный молотый перец по вкусу, немного паприки и растительное масло. Все вместе перемешиваю и оставляю буквально минут на 5, чтобы овощи дали сок. И подготовленные овощи буду перекладывать в рукав для запекания. Переложу рукав для запекания с овощами в противень и отправлю в духовку. При 180 градусах буду запекать минут 60. Прокалывать рукав для запекания здесь не обязательно, но если вы боитесь, что он у вас лопнет, можно пару дырочек сделать. Все эти овощи перемалываю блендером. И вот такая красивая, яркая и очень вкусная кабачковая икра получается. Теперь ее нужно остудить, можно переложить в баночку и убрать в холодильник. Готовьте с любовью и всем желаю приятного аппетита!